кондиционер для волос без отдушек. Покупаю его не впервые, очень люблю добавлять в него разные эфирные масла по моему настроению и в зависимости от моих целей. Волосы после него отлично блестят и легко расчесываются. И благодаря тому, что там нет отдушек, он подойдет людям, которые чувствительны к любым запахам. Ну и, конечно же, как я сказала, вы можете сами обогатить его эфирными маслами. Очень рекомендую. Обожаю миндаль. Этот лосьон для рук и тела беру впервые, но он достаточно густой, быстро впитывается и хорошо увлажняет, поэтому я уже в него влюбилась. Но главное его достоинство – это его нежнейший запах сладкого миндаля. Он обалденный. Пахнет безумно вкусно, я его буду брать теперь на постоянной основе. Фисташковый крем для ухода за стопами. На лето я всегда беру только крем, но это для меня новинка. За одну неделю его использования я полюбила его за отличную работу. Один минус – запаха фисташек абсолютно нет. Специи от Miss Dash мне стали альтернативой Frontier, так как у Frontier банка стеклянная, и при покупке, при добавлении в корзину накручивается вес какой-то нереальный. Составы у Miss Dash отличные, чистые, без соли, так что приглядитесь, потому что банка у них пластиковая, а это на вес влияет меньше всего.